Проби. А суп? Affirmative, Deimos. Zulu Section 5 is clear and away. Sergeant Haas out. All right, Marines, haul your sorry asses into formation. Corporals Swampy and Wooly will take point position. Let's do this by the numbers, folks. We don't want any fender benders out here. Keep an eye on those inertial dampers or you'll splash on impact. Fifth Section, start your status check. Short punch, check. Carbuncle, check. Thunder, check. Animal, check. Door, check. Bomb, check. Detail, check. Attention, all capital ships. Deployment phase complete. Fall back from orbit and wait for retrieval. Outstanding. Good luck, Marines. See you on the ground. Bomb, get your ass back in line. I gotta touch ground. Drops always with me, bro. Shit, what the hell was that? Heads up, y'all. I'm breaking formation. Yeehaw! Picking up a big-ass power surge. Why aren't the capital ships bugging out? Привет, я Квадратыча. Сегодня на канале появляется новая рубрика «Почутой диск». А вы знаете, что я часто говорю на стримах об любви моей к PlayStation One платформе. И у меня есть, благодаря вашей поддержке, возможность запустить такую рубрику. И один из дисков у меня уже есть в коллекции, так сказать. Я хочу его распаковать вместе с вами. Давайте приступать к распаковке. Заодно посмотрим, что из себя представляет игра. Какие она эмоции вызывает. Какой сюжет в игре. Так что погнали. Трех-код не буду показывать. И вот она. Вот она, ребята, посылочка. И здесь должно быть что-то, что напоминает мне о старых временах PlayStation 1. Так. Очень много бумаги. Заботливый продавец, что говорить. И тут у нас внутри прячутся два диска. О, да. Quake, two motherfuckers и Platinum русская версия. Да-да, вы не ошиблись, это он. Долгожданный, непревзойденный, ошеломляющий Quake 2 Platinum. В этой версии игры вы можете включить бесконечную жизнь, все оружие сразу, бесконечные патроны. Вот такая вот саца. Опа, мы не смотрим пока второй диск, там оказывается второй есть. О май гад. О май гад. Кстати, очень даже диск красивый. PlayStation. А здесь PlayStation тоже. ID Software. Quake Platinum. Ну, диск целиковый, все в порядке. А что у нас внутри? Опа. Экти, мать его, Vision. Кстати, накатка хорошая. Я, конечно же, понимаю, сейчас многие скажут, это не лицензионный диск. Ну, давайте найдем сначала лицензионный PlayStation за недорого. А про цены дисков я вообще молчу. И для меня, пацаны, это самое, что ни на есть лицензия. Я, наверное, полжизни не знал о том, что мы пользуемся пиратской продукцией. Опа, проверочка. Ну, так, слегка покрыт пылью, но при этом диск практически в идеальном состоянии. Только по краю там кое-где идут царапки, и вам видно. Естественно. Вы должны видеть, это вот так. Опа.
1998 году владельцы консоли PlayStation 1 уже могут держать в руках свой диск с игрой Quake 2. Цвета и яркость игры заметно насыщеннее на PlayStation 1, а в ПК-версии 1997 года все та же гнетущая атмосфера. Как по мне, наоборот, игра выглядит свежее, тем самым больше заставляет тебя разглядеть игру. Ведь у Quake 2 простая философия. Высокая динамика боя, есть только вы, море оружия, армия строгов, которая стоит на пути. Поэтому, сынок, не унывай! Помимо сюжета, игра имеет режим 2 игрока, так называемый сплитскрин. Экран делится вертикально или горизонтально, смотря как вы настроите игру в меню. Игра дает вам возможность сражаться на карте друг против друга, имея одну консоль. Это не по сети, как CSGO или Quake 3 Arena для олдов, а один экран телевизора. Удобно. В моем детстве открывались игровухи повсеместно. Это игровые залы для нас с PlayStation 1, где школьники и я просиживали свои школьные деньги с обедов. Да, было время, круто. А вот в режиме на прохождение сюжет игры таков, что некогда нормальная планета Строгос находится в своем упадке. Ее жители, называемые Строгами, в погоне за промышленным развитием и технологическим процессом, выкачали почти все ресурсы и уничтожили экологию. Воздух загрязнен выбросами с фабрик, вокруг грязь, ржавчина, промышленные отходы и кислотные дожди. Не способные существовать в таких условиях, Строги начали модифицировать тела, превращая себя в настоящих киборгов. Но это было не решением проблемы, ведь сохранялся дефицит ресурсов, необходимых для дальнейшего развития, а также почти нулевая рождаемость на планете. После недолгих поисков подходящей планеты, они, конечно же, выбирают планету Земля. Успешно атаковав землян, началась подготовка к новой полномасштабной операции. Желая защитить себя от порабощения, жители Земли отправляют своих отборных солдат для высадки на планету агрессора. Но на подлете к Строгосу земляне отхватывают удар по главному кораблю, а также по капсулам с десантом. Большая часть солдат погибает, а кого-то из десанта забирают в плен для превращения в новых киборгов. Ты солдат по фамилии Биттерман, и твоя капсула, сбившись с курса, совершает посадку на Строгос. Потеряна связь с солдатами и, самое главное, с землей. Ты остаешься один на незнакомой вражеской планете. Твоя задача такая, совсем немножечко простая. Уничтожь защитную планетарную пушку, межпланетный шлюз, с помощью которого Строги устраивает нападение на Землю, и срази их предводителя Макрона. Теперь все зависит только от тебя. С самого начала игра погружает тебя в атмосферу сражения. Открывается шлюз или дверь, и вот он, Строгос. Ты быстро передвигаешься по темным и гнетущим коридорам военных баз, лабораторий и заводов Строгов, выполняешь различные задачи по типу найти красный ключ, а то, что по пути выполнения задачи встретится непонятно что или кто, это действительно удивляет. Ведь по мере прохождения игры растет и сложность проходимых врагов. В начале игры в основном встречаются солдаты пехоты и иногда враг – большой мужик на гусеничном приводе. А вот дальше встречаются киборги с пушкой вместо руки или летающие твари, похожие на дроны, но уже с лазерными пушками, которые дамажат очень быстро. Такие могут действительно ужаснуть, если задуматься, в результате каких же экспериментов над людьми они получились. В игре также есть собаки. Имя врага – паразит. Собака использует свои выстреливающие вакуумные шипы, чтобы высосать кровь и мясо из тел врагов. При этом передвигается на каких-то колесах или хрен пойми, что у него вместо лап. Вот. В игре есть и женский враг-персонаж – Iron Maiden. Один из немногих представителей женского пола – строг-охранник с монтированным в левую руку ракетометом. Тварь обращается с ним не очень умело, но ничего. Для наказания тех, кто решился причинить вред ей вблизи, она использует мощные когти правой руки. И такой удар будет посильнее, чем у пулеметчика, что встречается в начале. Геймдизайн уровней не сложен, даже для меня, так как я бываю очень увлечен геймплеем, стрельбой во врагов и могу все равно забыть, а зачем я сюда пришел.
В этом случае найти правильный путь поможет интерфейс, в котором можно прочесть, куда идти и что дальше делать. А что насчет пушек, ты скажешь? Скажу, что прорисовка оружия в игре для уровня PS1 графики на максимальном уровне. Я очень часто разглядывал ту или иную пушку, плюс анимация рук добавляет современности игре, несмотря на ее годы выхода. Где-то с десяток разного оружия вам встретится в игре. Одним из них будет Double Shotgun, aka SSG. Супер Шотган – самое мощное оружие ближнего боя на средних дистанциях, достаточно эффективно, а иногда может быть смертельно при стрельбе в упор. Да так, что брызги мозгов по экрану и смачный звук выстрела – достойное оружие. Или без лишних слов – Railgun – рельсовая пушка. Мощнейшее оружие в арсенале десантника. Урон огромный, так как рельса выпускает крупнокалиберные пули из обедненного урана с колоссальной скоростью. Они пробивают не только броню, но и способны поразить несколько стоящих в один ряд целей. Следи за пулями, солдат, оружия много, а вот дойдя до нужного места, окажется, что мало или вовсе нет патронов. Зачем играть Quake 2? В версии PlayStation 1, к примеру, добавлен рядовой враг и босс, интересный и бодрый геймплей с большим арсеналом оружия, идеально ложащаяся на игровой процесс музыка, стимулирующая тебя продолжать обстрел строгов. Пускай не хватающий звезд с небес, но все же в игре есть сюжет, погружающий в атмосферный мир игры. В этом же году, к примеру, выходит Half-Life 1 на ПК. И до этого сюжет шутера почти всегда отсутствовал. Для Quake 2 написаны, наверное, одни из лучших саундтреков шутера. Они часть атмосферы игры, как, к примеру, в Need for Speed Underground, играющие мировые треки. Автор саунда Quake 2 – это Sonic Mayhem. Ныне его музыка играет в играх, таких как Deus Ex, Mankind Divided, Mass Effect, Borderlands. Создателями Quake 2 является американская компания ID Software. Она создала легендарные игры, такие как Doom, Doom 3, серию игр Wolfenstein. Владельцы консоли Nintendo 64 также могут насладиться игрой Quake 2 в специальной версии. По меркам PlayStation 1 в игре лучшая графика. Это не проходящий мимо проект, это игра на годы. В то же время один из лучших и оригинальных шутеров для меня. PlayStation 1 не так много годных игр от первого лица имеет в арсенале. Ведь это первое поколение 3D консолей, дающее игрокам около ПК возможностей. И одна из них – Quake 2. Так что еп, поиграл.